Крайние меры. Водный монополист стал бороться с неплательщиками радикальным способом. От холодного водоснабжения они, конечно же, не отключат, зато от канализации вполне могут. Подробности в репортаже. Вот такой сюрприз может ждать всех должников за услуги водоснабжения и канализации. Специалисты компании «Карагандысу» разработали новую тактику борьбы со злостными неплательщиками. Если потребитель не пускает контролера в дом, не идет на контакт и не обращает внимания на предупреждение, то вполне может остаться без услуг канализации. Сегодняшний должник – это тот должник, который имеет задолженность около 70 тысяч тенге, то есть это потребитель у нас злостный, поэтому мы применяем такие крайние меры. Отключение одной квартиры от услуг канализации занимает не более получаса. Происходит это при помощи специального оборудования. Важно только знать, на каком этаже находится квартира. По канализационному стояку спускается зонт, который позволяет установить заглушку в нужном месте. Наши работники эту работу проводят во всех районах города. Есть районы, допустим, Дальний Майкудук, районы Пришастинска, где долги довольно-таки существенные. В этих районах у нас работа усилена. И в вечернее время там по приказу генерального директора совместно там, со службой безопасности наши работники эту работу проводят. То есть перекрываем вентиль, значит, делаем видимый разрыв. Порядка 2000 владельцев квартир можно отнести к злостным неплательщикам, говорят специалисты компании «Карагандысу». Между тем, сейчас в компании «Карагандысу» практикуют вариант оплаты долгов и в рассрочку. Подключение же услуг канализации производится, как только подписаны гарантийные обязательства или погашен долг. Антон Александров, Дмитрий Оборок, Николай Шевелев, Пятый канал.